сегодня мы подготовили очень плодотворную программу. Сегодня в главном здании музея будут такие мероприятия, как старинные танцы. Вот только что прошли с бандиератори, это итальянское искусство жонглирования флагами. Также будет два квиза, один посвященный искусству 20 века, а другой очень интересный, он посвящен манге «Атака титанов». Также у нас будет оркестр народных инструментов «Байкальские зори» и очень много мастер-классов. Скажите, пожалуйста, почему вы сегодня пришли в художественный музей? Потому что сегодня день ночи искусства музеев. И наш художественный музей – это самый лучший музей в нашей России. Я думаю, что сегодня будет очень интересная программа, познавательная, поэтому я очень бы хотела посмотреть. Ольга Николаевна, а почему вы сегодня пришли в Иркутский художественный музей? Вот у внука каникулы, и мы вот решили посвятить, как бы вот, ну, поход сделать. И дали в школе билет на 1 сентября. И мы вот все-таки ждали, когда вот, ну, момента. Ну вот у нас сегодня получилось сходить в музей, и вот попали как раз, ну, на вот такое мероприятие. Данечка, а что ты сегодня хочешь увидеть в музее? Картины. А сегодня необычное у нас явление, потому что участвуют сразу три города. Ангарск, Иркутск и Шелехов. Из Шелехова приехали художники, из Ангарска приехало очень много художников. Ну и также иркутские художники, политех и художественный колледж, а также школа номер 10. Заходит тихо муза и рядышком садится. Склоняет голову ко мне она слегка. Рождаются картины, и музыка струится, и в ярком танце снова тянется рука. Снова ночь искусств, и она выбирает меня. Снова ночь искусств, погасит свет уходящего дня. Навстречу ей иду, я ее не подведу. Берем капельки воды, капаем на листочек, потом мы их окрасим и вот так как-нибудь пошевелим листочек, чтобы у нас появились своеобразные пятна, и потом будем в них искать различные образы. Марина Сергеевна, что сегодня делается за этим столом? Мы рисуем закладочки, вот такие узоры на всяких рисуночках. Дети рисуют, затем мы можем использовать это в виде игрушек, закладок. Фантазируем. Вот так. Она в позе Богоматери Аранта, то есть вот с разведенными руками, младенец у нее в медальоне на груди у нее изображен. Автором была переработана вот это каноническое, да, изображение. Сама вот эта легенда о явлении неопалимой купины в пустыне, оно помещено у нас в левый угол верхний, а в центре находится изображение Богородицы уже, так сказать, в образе
милосердия. Многие думают, что Валентин Серов во многом портретист. На самом деле далеко не так. Пейзажи занимают огромное место в его творчестве. Здесь у нас находится работа «Старая баня Домотканова». Кстати, хочу сказать, что в Домотканово жил его большой друг, художник Владимир Дервис с семьей. И появляется у него жанр в пейзаже, потому что если мы сравним с той же баней Домотканова, здесь практически вот нету такой жанровости, хотя она уже начинает присутствовать в его творчестве. Галерея «Сибирское искусство» подготовила широкую программу. Конечно же, гвоздем программы является выставка из Государственного русского музея, посвященная творчеству Валентина Серова. На это были завязаны основная часть экскурсий, лекций. Но помимо этого мы предполагали и программу для разного возраста. Для детей мы предлагаем мастер-классы, для взрослого населения концерт патриотических песен. Из интересного, конечно же, интеллектуальные игры-квесты. Иван, что вы сегодня делаете и будете делать здесь, в художественном музее? В художественном музее я сегодня представляю организаторов этого музея, которые сделали специально для посетителей этого музея два квеста. Один полегче, другой посложнее, которые могут пройти посетители, ходя по нашему музею, изучая его. А как тебя зовут? Как представить? Елисей. Елисей, скажи, пожалуйста, ты почему сегодня пришел в художественный музей? Я решаю задания. Они очень интересны. Тут можно считать, складывать. Ну, я это все умею. Какой программой вы сегодня пришли в музей? У нас здесь показ анимационных работ студентов и выпускников. В основном выпускников и немножечко студентов. В основном работы этого года, то есть все свеженькие. Здесь сейчас идут показ дипломных работ, потом будут студенческие работы, ну, экзаменационные, то есть задания. И просто показ того, с чего мы можем. Сегодня в этом замечательном музее мы проводим мастер-класс с моими учениками. Техники чеканки. Чеканка листовая. Техника достаточно старая. Многие цивилизации мира работали в этой технике. Племена майя, ацтеки. Ну, я могу долго перечислять. Вы сами это все знаете, потому что многие проходили в школе историю, в институтах.
тема сегодняшнего мероприятия «Россия объединяет». И мы попытались вот в это понимание вложить, наверное, большие смыслы. То есть Россия объединяет не только национальности, а мы презентуем сегодня, показываем выставки национальные, костюмы национальные. Помимо этого, сегодня мы подготовили экскурсии в темноте. Это необычно. То есть сегодня мы презентуем экскурсию, которая показывает историю обеденных столовых приборов с 17 века до современности. Даем в руках это подержать. Еще наиболее, мне кажется, интересно сегодня это экскурсия с завязанными глазами, которая плавно перетекает в мастер-класс. То есть мы сегодня не только рассказываем, как мы работаем, а даем здоровым людям возможность почувствовать себя немножечко в той, так скажем, внутренней составляющей человека, у которого есть проблемы со зрением. Сегодня мы показываем выставку якутской художницы Миры Аргуновой. Ее работы дополнены шрифтом Брайля. В этом зале мы сегодня представляем необычную экскурсию в темноте. Она рассказывает в первых фотоателье, о том увлечении Владимира Платоныча, благодаря которому, собственно, существует семейный архив. Те фотографии, по которым восстанавливалась усадьба, все интерьеры. Вот самый ценный экспонат – это, конечно, вот этот альбом «Вензель НС» Надежды Сукачева и «Якорь» – семейный герб. Владимир Платоныч был городской головой, у него было много обязательств, было хобби, увлечение – это садоводство и фотографиями. И вот он так увлекался, вроде как любительский, на самом деле был профессиональный уровень, потому что он брал уроки у известных фотографов, у которых были уже звания и регалии. Людмила Николаевна, скажите, почему вы сегодня пришли в художественный музей? Пришла в рамках мероприятия и пришла вместе с мужем. Расскажите, пожалуйста, о вашем муже, что он здесь делает? Ну, дает мастер-класс по рисованию портрета. Ну, я в музыкальной школе учусь, и меня педагог отправил сюда играть пьесу. Расскажи, пожалуйста, что это за пьеса и как ты сегодня исполнял? Волновался, не волновался? Как тебя публика принимала? Ну, я не волновался, это была пьеса «Полька». А как тебя публика принимала? Ну, громко хлопала. Здесь у нас представлены аммониты. Аммониты – одни из самых разнообразных головоногих моллюсков, которые жили еще в мезозое, во времена динозавров. И их находят огромное количество. Почему их называют аммониты? Потому что раньше в Древней Греции был такой персонаж – Аммон, которого изображали с такими лохматыми ногами, копытами. И у него на голове были рога бараньи, завитые, ребристые. И когда аммонитов уже нашли, то, значит, начали их описывать. Их как раз назвали в честь этого персонажа Аммона, аммонит, потому что завитые раковины напоминали как раз завитые рога вот этого древнегреческого персонажа. Сейчас, в данный момент, идет мастер-класс по волшебной акварели. Екатерина Позднякова ведет этот мастер-класс. И можно тоже поприсутствовать, посмотреть, как он проходит. У нас сейчас проходит мастер-класс по акварельной живописи. Давайте посмотрим, как получаются рисунки. Каждый участник мастер-класса выбрал для себя рисунок. У кого-то животное, у кого-то пейзажи.
Ну, в основном я вижу животные. Лисичка прекрасно получается. Очень нежная акварель по-сырому. Ну, явно наши участники мастер-класса заинтересованы, и явно получается все очень красиво.